остается по телевидению, он трансформируется уже сейчас, но интернет не может его заменить. Интернет не является сам по себе такой сферой деятельности, как телевидение. Это скорее некое огромное пространство, в котором телевидение может существовать. Телевидение может из телевизоров переехать в интернет, но оно останется тем же самым телевидением или будет другим телевидением, потому что любое искусство и любая сфера приложения человеческого интеллекта и труда, она меняется по ходу времени, это нормально.